have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Сигналис, третья серия, помчали мы с вами дальше. Минуточку, что будет, если... Я же сохранился. Да, просто вот так вот тыкать кнопкой, я не стреляю, я стреляю только когда целюсь. То есть вот так вот можно не бояться, что я случайно где-то провтыкаю патрон. Давайте та штука будет неживая, пожалуйста, или... А, он ушел. Она. Да, кстати, раз уж мы сейчас об этом говорим, не то чтобы это заметил, оно как-то витало на фоне, а теперь я, пожалуй, выскажусь. Так, минуточку, ты кто у нас? Ремонтный патч? Да. Получен предмет ремонтный патч. Я смогу себя ремонтировать? Пистолетные патроны. 10 миллиметров, 10 штук, да. Получен предмет пистолетные патроны. А как мы здесь... перезаряжаемся. Ну, кнопка R это я знаю, да, но я имею в виду, что если я сейчас перезаряжусь прямо в данный момент, я оставшиеся 7 патронов выкину, получается, скорее всего. Так, D. Вот, патроны 10 штук. Фотография. Карта диагностика. Так, у нас... запечатанная одноразовая заплатка с клейким агентом для латания поврежденных зон. Со временем восстанавливает небольшое количество здоровья. Небольшое. Так, подожди. Осмотреть. Блин. Коагулянтка сгущает оксидант реплик до желеобразного состояния и быстро останавливает его утечки. Нюрфю реплика. Хорошо. Так, что там еще написано? Зувартунг. Ага, понятно. 5 на 5 сантиметров. Реплика. Коагулянт. Тип К. Тут на японском и на немецком. Я до сих пор не понимаю, откуда такое сочетание. Оно мне нравится, я не против. Кстати, осмотреть. Лазер очень интересно находится на рукоятке, посмотрите. Я не уверен, что я когда-либо такое видел. Он обычно находится в другом месте. Сверху, снизу. Но тут он прям на рукоятке. Это интересно. Хорошо, потрошки. Там смотреть вроде нечего. Коробка патронов. Так вот, собственно, то, о чем я начинал говорить в начале. У нас здесь пока что нет ни одного мужского персонажа. Все репликанты женщины, все персонажи женщины. Вот, поэтому мне интересно использовать предмет ключа от аудитории. Мне интересно, здесь случилась какая-то катастрофа. Я вообще не рассчитывал, что я вниз буду падать. Я хотел в лифт какой-нибудь, понимаете? За мной продолжают наблюдать. Там сверху есть камера. Класс 4C. Супер. Ну, видимо, поехали. В земле есть дыра. Кажется, я могу безопасно спуститься. Спуститься? Если я сейчас туда спущусь, я уже не выберусь. Да. Я понял. Тут уже у нас по полной пошло, да? Блок А. Любая из этих тварей может встать. Пойдем по пока что по меньшему сопротивлению. Сюда я не могу пройти.
Сюда я не могу пройти. А тут у нас завалено. Ну, ты все красиво разобрались. Надо все двери щупать. Все двери щупать, чтобы они отображались. Из-под мусора может вылезти какое-то говно? Может, запросто. Дверь лифта выломана, оттуда тоже может вылезти какое-то говно. Ну блин. Короче, фан закончился. Начались нервы. Я могу вызвать лифт. Не, на! Зайди, ты че сделала? Ключ от сервисного люка, да. В общем, предмет ключ от сервисного люка. Назад. Я никуда не собираюсь ехать. Что ж ты меня пугаешь-то? От сервисного люка какого-то. Контроль элеваторов. Лифт не работает. Спасибо. Коротко и ясно. Пара-па-па-па. Закрыт. Требуется ключ от западного крыла. Понятно. То есть оно будет обозначено желтым. Здесь вообще не работает. Есть лифт, есть ключ от западного крыла. Пойдем. Ты... Сюда можно. Вон тоже что-то сидит... Южный коридор. Тут освещения вообще нету. Закрыто. Закрыто. Не подходи ко мне. Вон там тоже какая-то хрень. Здрасте. А64. Забор покрасьте. Это какие-то личные вещи? Дневник. Протекторы в последнее время очень обеспокоены. Они что-то скрывают. Их стало меньше. Пш-пш-пш. План нормировки рациона постоянно меняется. Алина говорит, что я выдумываю, наверное, что-то. На них я чувствую их страх, будто испугалась сама. Чего же они боятся? Блоки для отдыха рабочих. На таких объектах подобное клеточное жилье, гробы. Это все, что могут себе позволить гештальт рабочий. Это с гештальтами они так обращаются. Реплики тут, наверное, вообще... Я вон на форму хочу вообще-то тыкнуть. На стене закреплен качающийся вентилятор. Это вентилятор такой. Рабочая униформа, старая и поношенная. В этой комнате больше, кстати, ничего не... А вон там это что? Тоже какие-то записки. Пойдем пощупаем, может что-то и найдется. Ох, дневник Алины. Там в той записке, в том дневнике упоминалась Алина. Кстати, опять женщины и женские имена. По-моему, моя теория где-то подтверждается про то, что... Ну, смотрите, опять же теория. Я говорю просто то, что я здесь не вижу мужских персонажей, я вижу только женские. И то ли здесь какая-то катастрофа, в которой мужчин не осталось, каким-то образом теперь люди вообще больше не размножаются, а производят реплики, как-то с этим живут, или же для этих работ были выделены специальные какие-то чисто женские группы. Я не знаю, в чем дело пока что. Какие-то просто мысли ни о чем. Если вы немножечко о чем-то догадываетесь, пожалуйста, без спойлеров. Делитесь в комментах только тем,
о чем вы думаете, а не то, что вы знаете наверняка. Было бы приятно разгадывать эту загадку вместе. Я очень надеюсь, что не будет спойлеров. Мы же с вами нормальная комьюнити, блин. Мы же можем договориться. Сегодня мне как-то не по себе. Надеюсь, это не тот новый грипп, который, кажется, распространяется вокруг. Я не могу позволить себе пропускать смены снова. Когда я простудилась в прошлый раз и грохнулась в обморок прямо на рабочем месте, шторх на заводе устроил мне выволочку и мучил чуть ли не часами. Шторх устроил. Это мужское склонение. Окей, это опять же зацепка. Несколько дней не видела Эльстер. Надеюсь, с ней все в порядке. Эльстер, а это случайно не... Блин, я не помню именно с прошлой серии. Ладно, надо будет посмотреть. Надеюсь, с ней все в порядке. В последнее время все больше народу пропадает в руднике. В том числе и реплик. Даже протекторы не чувствуют себя в безопасности. Мне кажется, протекторы как раз... Рабочая униформа старая и поношенная. Все больше людей пропадают в руднике. Мне нужна эта записка, я считаю. Это же записка, записка. Не-не-не-не, уйди с блоками своими, во. Так. Небрежная записка. Бей лежачего, бей лежачего, бей лежачего. Я тебя понял. Мне дадут чем? Мне нет ни трубы, я не могу... Ни швабру никакую подобрать. Это как, вы помните, на Ишимуре они все время тебе говорили, типа, отрубай конечности, отрубай конечности. Сколько здесь камер? Ага. Форма сервисной заявки F29. Дата заполнения формы сервисной заявки такой-то. Полный идентификатор протектора модуля. Оформлял заявку Star S2306 реплика. Статус охранника. Апартамент. Помещение рабочих. Полный идентификатор протектора отделения, обрабатывающего заявку реплика. Предмет сервисной заявки Химмель. Тип D. Автоматическая защитная дверь. Местоположение предмета. Коридор в блоке рабочих А6. Описание. Замок на двери в ремонт в комнату персонала. В комнату персонала в А6 снова заклинило. Нужен слесарь. Статус заявки. Не могу найти ключ перезагрузки электроники. Я настроила систему вскрытия, но начальство повысило приоритет лифтовых движков. Поэтому заняться замком придется в следующей смене. Сейчас можно двигаться только путем проб и ошибок. Найдите меня, если вам нужен ключ, чтобы открыть сервисный люк. Или обратитесь к начальству. Фюнф. Фюнф это 5. Ну, ключ у меня есть. Использует предмет ключ от сервисного люка, да. Использует предмет. Мы его абсолютнейшим случайным образом нашли. Ох ты ж, ёж. Понял. Вот это еще один раз вниз. В смысле ты не открыл? Вот это еще раз вниз надо, блин. Оно на самом деле не четко. Это такой взлом у нас будет? Теперь эта дверь спокойно работает? Ну отойди ж ты от нее. Много потратил. Очень много потратил. Еще и меня, по-моему, долбанули немножечко, не?
Диагностика. Норма. Нет, здоровье норма, меня не долбанули. Хотя, ну, у меня было такое ощущение, что по мне попало что-то, но здоровье показывает норму. Сколько у меня осталось патронов после этой схватки? 7. То есть я 10 патронов в них только что ухреначил. Чисто из-за того, что не смог добить ее с первого раза ногой. Тут я был. Был. Так. Минуточку, ваш 64 я тоже был, разве? Тьфу ты, блин, я не туда смотрю. HC4 это центральная, вот эта вот, да? Которая завалена. Если... Или не... А, не. Нет, это вот это, все, нормально. 61, 64. По этим двум комнатам мы пробежались. У нас есть еще в южном коридоре проход вниз. Пойдем еще сходим туда. А, Z, кстати, еще прицелится. Нормально так продублировали. На самом деле, мне очень нравится, как здесь сделано управление. Ишь ты! Я не хочу, блин, их там две штуки. Я потрачу вообще сейчас все патроны. Нет, ладно, идем вперед. Так, да, это мы уже читали все. Я немножко на панике, сорян. Хорошо. Я говорю, что я очень плохо лажу с шутерами. Закрыт требуется ключ от восточного крыла. Отлично, нам два нужно ключа. Бей лежачего. Здрасте. Шкатулка закрыта. Кажется, здесь нужен какой-то квадратный ключ. Ну, загадки прямо из резика. Ну, то есть, обстановка вокруг это чужой, а загадки прямо из резика. Вот, во всех предыдущих локациях, естественно, все... Так, там что-то медикаменты какие-то. Тут сохранение есть. Да, ремонтный патч взять. Получен предмет ремонтный патч. Они стакаются или же... Да, стакаются, две штуки, видите? Хорошо. То есть можно себя немножечко латануть. Ой-ой-ой-ой-ой. Это сундук! Это опять же фишка из резика. Так, хорошо. Фотография сделана на самоуправляющуюся пленку. Но мне, в принципе, сколько мест есть? У меня 8 мест. Из них 3 занято. Пока что ничего оставлять не буду, но будем знать, что здесь можно... Наверное, сохраняться пока тоже не буду. Пойдем посмотрим, что нам светит. С аптечкой. У нас сохранение. Ну, типа, со знаком крестика. Давайте еще пошаримся, может, что-то найдем. Так, ключ от восточного крыла. Приобретен. Патроны. 10-миллиметровые. 4 штуки? Да. А если я... Давайте пробуем, короче. Нет, нормально, патроны стакаются, я не теряю обойму. Вот 10 и 1 с собой. Супер. Ну, это просто отличные новости. Памятка. Коды от настенных сейфов. Мне стало известно, что... Стало известно, что по меньшей мере один работник мог получить информацию о части... Это мы читали уже, да, про... от Адлера. Я ограничу всем... давайте... Это, наверное, глупо, но я не стер с прошлого раза от сейфа 20-45-12. Сейчас попробуем. Оно же вряд ли скинулось. 20-45-12. Да, ясно. У нас только тот сейф был... Да, блин. У нас только тот сейф был с неполадкой, этот сейф у нас с палаткой. Ты у нас кто? Одноразовый шокер. Два одноразовых шокера. Сверху, я так понимаю, это мое количество слотов, которое осталось. Это офигенная штука. Я только сейчас понял, что это. Одноразовый шокер. И оно мигает на том месте, где...
которое оно займет. Так, электроимпульсные устройства. Из-за последних событий мы призываем весь персонал ознакомиться с принципами применения электрических электроимпульсных устройств. В учебных целях нам поставили груз одноразовых шокеров EIG-2. Более подробную информацию можно получить в прилагаемом руководстве. Тогда такой вопрос. Когда я ставлю на паузу, ну, когда, чтобы залезть в инвентарь, всякое такое, игра на паузе или нет? Или меня будут лупить все это время? Электроимпульсгерат. Угу, шокер. Представляет собой одноразовое, нелетальное решение для нейтрализации отказывающихся сотрудничать индивидов на короткой дистанции. Его можно разместить в ячейке инструментов в меню снаряжения. После того, как вы экипируете это устройство, экипировались этим устройством, оно будет отображаться в нижнем левом углу меню снаряжения. Шокер можно использовать одной рукой на ходу и даже во время прицеливания с другого оружия. Чтобы использовать снаряжение шокер, просто нажмите на «С», оказавшись рядом с противником. Внимание! Высоковольтный электрический разряд также может поразить тех, кто находится рядом с мишенью. Пользуйтесь осторожно. Не применяйте против престарелых или беременных лиц, а также лиц с заболеванием сердца, если в этом нет абсолютной необходимости. После использования надлежащим образом утилизируйте шокер. Вот тот внизу, вот та штука будет, да? Взять. Все, то есть я сейчас на буквочку С могу кого-то хренануть шокером. Это то, что мы только что прочитали. Да? Да. Я надеюсь, что мне это, что я это в бою вспомню, когда будет просить. Значит, сейф. У меня есть 11 патронов и 2 шокера. Ну, я себя стал чувствовать лучше. Памятка о сейфах. Да, 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 да. О, вот это, кстати. Wunderwaffen Insider Nation. Nation. Falken Hayden im Kampf gegen das Reich. Ясно. Wunderwaffen. Ну да, да, да. Wunderwaffen. типа супероружие нашей нации. Это вот, ну, блин, это... Я не знаю, насколько это издевательство или насколько это... Просто фишка супероружия настолько заезжена. В борьбе против империи модуль Фальке. Там... Флаг, ну флаг, кстати, Германия, все дела, все нормально, там с добавочкой. Кто, кстати, шарит про добавочку вот эту, откуда, ну что, отчет о результатах допроса. Субъект, работник C23H6514, Чень Вильгельм. Мужское имя. Хотя Чень это вообще китайское, Вильгельм. Ладно. Обвинение. В шкафчике обнаружена контрабанда. Результат признания. 3 цикла без еды. Вонг Михаэлла. Нелегальное пользование радиоприемником. Признание. Изоляция на 2 цикла. Вонг Вольфганг. Нелегальное пользование радиоприемником. Перешел в негодность в ходе допроса. Отсутствие. Пришел в негодность. Ребят, извините, но... Ладно, работник такой-то, Хо Франц, оскорбление государства, потерял сознание во время допроса, двойная рабочая смена, 2 цикла. Работница Хуанг Эмилия, нарушение границ, пришел в негодность в ходе допроса, наказание отсутствует. Я, по-моему, это теперь буду употреблять в ежедневной речи насчет того, что пришел в негодность во время допроса, блин. Так, тут у нас сейф. Можно пойти туда, можно пойти сюда. Ага, там еще, кстати, это коробочка, я забыл про нее. Я пока все это делал, я забыл про коробочку, я молодец. Сюда открыл, здесь только... Ага, это шорткат, я вас понял. Значит, нам сюда. Используем предмет, ключ. Я смогу потом сюда вернуться, пожалуйста? Пока что могу. А как мне понять? Как мне простить? Ладно. Protector Bathroom. То есть это, грубо говоря, есть некие гештальты, есть некие эти, есть протекторы. И протекторы чего-то боялись. Прикольно. Как я обожаю... помещения
Storeroom, но мне туда. Патрончики, 10 миллиметров. Это, блин, кстати, сделано для того, чтобы запутать, или 10 миллиметров, 3 штучки, да. 3 патрончика отоварились. Я сюда пришел за 3 патронами. Ну, как бы, да, спасибо, я не спорю. 3 патрона, это, скорее всего, одна убитая тварь. Ну, блин. Ну, вот что-то как-то, блин. Так, там перегорожено. А, я сюда могу зайти. Мне вот та штука в углу очень не нравится. Я вам уже сказал, что та штука мне в углу мне очень не нравится. Это кухня вообще-то. Кстати, они на меня относительно не обращают внимания. А там заперто. Минус. Чем бы ни было, выглядит несъедобным. Я... Да, возьми нож какой-нибудь, возьми... Блин, мне сказали, что можно добивать ногой или трубой. Какой трубой можно добивать? Что это за хрень и почему она здесь? Тут еще кто-то есть? О, красиво, кстати. Это мы? Это, ну, это похоже на нас. И ULR. Простая, универсальная, легкая реплика. Ойле! Так, что у нас по патрошкам? 6-4, заряжаем, делаем себе полную обойму. 10. Скинули все необходимое, все ненужное, да? Я тороплюсь, не надо торопиться. Торопиться надо, когда файтишься, и то не всегда. Забрать пленник ключ, карта от кают-компании, да. Получен предмет. Temporal, Mensa, так, хорошо, хорошо. Извиняюсь, на секунду запись оборвалась, я вот прошел несколько шагов и заметил это, и что-то бендиком решил поприкалываться. Так, у нас тут ничего больше нет, вот это можно почитать. R90, форма сервисной заявки, дата заполнения формы сервисной заявки, полный идентификатор протектора модуля, оформляющий заявку реплика, статус персонал, департамент кухонный персонал, помощник помещения рабочих, модуль пространственной навигации такой-то. Примечание, мой навигационный модуль неисправен и не показывает данных с карты. Я постоянно теряюсь по пути на работу и назад. Прошлым циклом я заснула посреди коридора, потому что не могла найти лифт для персонала, чтобы добраться до своего общежития. Пожалуйста, я же не могу ориентироваться без карты. Мерц. Бедная Мерц. Или бедный. А, это мы уже смотрели. Да, я уже понял. Ойли, да. Что тут еще у нас может быть интересненько? Вроде ничего, на кухне была еще одна дверь. Если мы сейчас выйдем, там что-то оживет, я офигею. Можно, не надо. Используем предмет ключ от кают-компании. А, тут, то есть так мне туда и нужно было. Там что-то большое! Там два чего-то больших. Секунду, я в безопасности посмотрю. Менса, нам туда, вниз. У меня 10 патронов, я сейчас все на них просру. Давайте мы подождем, пока одно уйдет отсюда. Они, кстати, я могу простелсить, типа?
Z и Ctrl, и правая кнопка мыши. Надо подходить и не стесняться, чтобы бить. Так, мне нужно вот это вот использовать. Посмотрим, сколько одно восстановит. Оба шокера на них ухреначил. Посмотрим, что будет с хилками. И 5 патронов осталось. Нужно не стесняться. Патроны. 4 штуки, да. 9. Пойдем посмотрим наверх. Когда они лежат и орут, нужно подходить и бить их. Даже если на них не появляется красная наводочка, просто подходишь поближе и нажимаешь. Так, все, хилочка восстановилась. Отлично. Значит, одной залепки нам хватает. Ну, в принципе, мы достаточно легко отделали. А, вот нам еще и одну залепочку дают. Спасибо, ремонтный патчик. То есть патрон потратили, вернули, этот потратили, вернули. Высокие твари быстрые, плохо. Пойдем вниз посмотрим. Сохраниться? Не слышал. А, вот где мы оказались. Успокойся. Музыка, атмосфера напряжена, да. Замок сломан. Дверь нельзя открыть. Ага, полностью нельзя открыть, да? Здрасте, а там что-то есть. Так, минуточку. Сломанный ключ. О-о-о-о-о-о, да. Это его половинка, да? Смотреть. Да, смотрите, два крыла бабочки. А это на нем просто точечки или это... Хорошо. То есть... Оп, не то. Это у нас рабочая ванная. Еще две двери осталось. Третья ведет нас обратно к тем двум тварям. Я думаю, что можно было бы вернуться, прибить их нахрен. Офис нормирования. А, это протектор, кстати. Шторх, это явно не местная. Вот эти вот высокие твари, это протекторы зараженные. Ясно, понятно. А, так, ты из серии Эльстер, верно? Этот объект в данный момент находится на карантине. Тебе нельзя здесь находиться. Спасибо, конечно, полезная информация. Забрать ключ-карту от западного крыла? Да. Получить предмет ключ-карта. Она на меня не набросится? О, шокер, да. Одноразовый, да. Получен предмет. Мне его опять интегрировать придется вручную. В принципе, F взять. А ты мне больше ничего не скажешь? Я тут пришел, порылся у тебя. Я дежурный. Протектор-контроллер этого уровня. Я не знаю, что ты тут делаешь. Но, как видишь, у нас серьезные проблемы. А ты как бы сходи там, посмотри, у тебя по коридору хрен знает, что творится. Может, тебе интересно будет, а, протектор? Ты же, по сути, это то, что ты есть, дежурный протектор. Так, хорошо, об администраторе. Контроллер рабочей системы, контроллер ночной смены. Из-за последних событий часть техника системы безопасности будут работать как в дневные смены, так и по ночам. Затронутые охранники, такие, затронутые контроллеры, такие-то.
Шторхзибен, это вот она. Пока не будет найдено эффективное лечение или не поступит подкрепление с Хайматом, мы должны держаться и обеспечить безопасность объекта. Мы не имеем права потерпеть поражение. Присматривайте за администратором. После инцидента он ведет себя странно. Поскольку командир не может его контролировать, нам придется обратиться за помощью к Калибри. Это ж ты, Шторх, да? Да. Она заболела, все вокруг тоже заболевают. А больше мне ничего и не известно. Я уверен... Администратору известно больше, чем мне, но где он, я не знаю. А у меня четкое ощущение, что Шторх это тоже женщина. Я туда не пойду, я буду ждать здесь новых приказов. И прежде времени я рисковать не намерен. Общается со мной в мужском роде? Ну, не знаю, кстати. Я туда не пойду. А туда не получится. Я взял ключ. F. Этот ключ у нас от вон той желтой двери. Или от этой желтой двери. У нас есть две желтые двери. Предлагаю сейчас открыть эту дверь. Ушатать тех двух утырков, которые там шатаются. А зачем? А не, мне все равно придется через них проходить. Какая разница? Мне придется их убивать. Потратить патроны. Дверь открыта. Конечно, жалко тратить патроны. А я мог сюда и в прошлый раз... Зарядных патронов у меня нет, осталось 4. Ну, охренительно же, правда? Хорошо. Значит, валим. Я надеюсь, никого нового не появилось. Тут было 2 дебила. Вон. Нет! Иди отсюда! Я же вас затоптал уже! Да ну нет, так нельзя, вы чё? Сохраняемся. Это мне каждый раз вот... А как мне их добивать, чтобы они сдохли до конца? Я же их затаптываю, мне нужно еще что-то... Подождите, люди, я что-то не так делаю, если вы знаете, можете мне об этом написать опять же в комментах. Ну то есть, бейте лежачих, пока они лежат... Я не хочу... Хочу тратить столько патронов, вы что, долбанулись? Запишусь, наверное, на второе сохранение, буду их чередовать. Прогресс сохранен. Теперь чисто попробовать, мы сейчас все равно будем выходить, это не сохранится, поэтому чисто попробовать. У нас отпирачка отсюда открывается с другой стороны. Нет, это шорткат. Значит, нам придется через вот этих вот долбанутиков, F, вниз, сейчас через блок А6, через южный коридор, через элеватор в лобби. Идти вон туда. С 4 патронами. Угу. Это плохие новости. Это говорит о том, что я не смогу всех убивать так, как я хочу. А я хочу убивать всех, как я хочу. Нет, но это на самом деле трындец. Они эту фишку, опять же, взяли из резидента, что у тебя чувак, там, ты убил зомби, он какое-то время лежит, но потом он пробегаешь, и он опять может встать. Но там была вот эта штука, что ты его можешь до конца убить, затоптать, чтобы у него прям кровь пошла из головы, и тогда он сдох. А здесь как-то, я их как-то не до конца убиваю, то есть когда они уже лежачие-лежачие, их нужно еще раз бить. Или как? В общем, ладно, в следующей серии пойдем, откроем вон ту дверцу и наведаемся. Нам нужна вторая часть ключа, нам бы еще патрончиков где-то взять бы. В общем, такое есть чем заняться. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.